Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики нашего канала, партнеры. Сегодня еще один хороший наш клиент будет владельцем мотоблока Motorsich MB9DE. Вот он заказывает по услуге доверия. Уезжает этот мотоблок в Днепропетровскую область. В подарок, в новогодний подарок, он получает от нас новогодний презент. И вот такое сцепное устройство, которое сейчас идет у нас в подарок мотоблокам Motorsich. Ну, независимо от этого, он еще получает ряд своих бонусов, которые идут у нас при заказе техники на нашем сайте для лояльных клиентов. Ну и в данном случае это бесплатная доставка. На мотоблоке Motorsich у нас идет сейчас акция «Бесплатная доставка». Сейчас мы будем его вскрывать, по услуге доверия проверять. И после этого уже с уверенностью мы его отправляем нашему заказчику. Ну, оставайтесь на нашем канале «Булаточка». И давайте досмотрим еще раз до конца интересный видеоролик, по которому мы покажем мотоблок. Саш, давайте вскрывать. Мотоблок Motorsich. Насколько ж он качественный, как он запускается. Вот опять сегодня минус 6. Мы зальем дизельное топливо и будем запускать. Снимаем упаковку. Затем мы все возвращаем и опять упаковываем в заводскую упаковку, потому что транспортным компаниям удобнее все вести. Вот дальше мы видим, что техника запакована в полиэтилен. В преддверии Нового года очень много наших подписчиков решили оценить качество нашего сервиса. То есть, насколько вот у них появилось желание к Новому году приобрести себе достойную технику. Я считаю, это действительно достойная техника, которая никогда не подведет и выполнит все задачи, которые на него возлагаются. Потому что техника Motorsich в сочетании с двигателями Weimo на сегодняшний момент на рынке альтернативы нет по техническим возможностям данных мотоблоков. Как бы, я думаю, это видео будут смотреть многие. Кто-то скажет, да. Ну, техника Motorsich. Те, кто ее уже оценил, это отдельный класс людей, который, ну, я думаю, который ни один из них не пересядет на другой мотоблок, поработав данной техникой. Потому что она может все. И тем самым, благодаря нашей компании, имея много навесного оборудования, то есть можно выполнять различные работы. Сейчас мы развернем руль. Оставайтесь с нами до конца видео, и будет много-много полезных для вас вещей. Я хочу, пока ребята вскрывают, показать вот двигатель. Это дизельный двигатель Weimo 186 FBE, мощностью 9 лошадиных сил. Он идет вот с таким воздушным фильтром. В воздушном фильтре есть масляная ванна. То есть здесь идет кик-стартер и электростартер. Вот Weimo в комплектацию вложит вот такую леечку, которая будет облегчать вам возможность заливки тех жидкостей. Ну, по сути дела, что еще тут можно рассказать? Идет вал отбора мощности. Два редуктора, блокируемый дифференциал. Разворачиваете руль. Вот тут это очень надежная коробка, которая себя очень хорошо зарекомендовала. Двигатель идет у нас, точнее мотоблок, с электростартером. Вот регулятор напряжения, электростартер, аккумулятор. Сейчас мы вам все покажем. Ну и самое интересное, это будет, конечно, пуск техники. Вот в такую зимнюю погоду. Оставайтесь с нами и следите за нашим каналом «Булаточка». Не забывайте подписываться и рекомендовать нас. По услуге доверия я хочу показать вот серийные номера техники для нашего подписчика.
все больше наших подписчиков, которым нравится наша услуга и которые хотят ей воспользоваться. Так, вот здесь получается серийный номер двигателя. Вот такой. Затем эти все данные вносятся в пакет документов заводской. Напоминаю, на технику мотор Сич идет заводская гарантия официальная. Сервисный центр именно заводской выезжает по всей территории Украины. И это очень-очень большой плюс. Вот такие грузики уже стоят дополнительные. На этих мотоблоках регулируется ширина колеи между колесами. Ну, что еще хочу рассказать. По сути дела, очень здесь правильно сделано переключение скоростей. Очень удобно включаются благодаря синхронизаторам. Ну, а мы подходим к интересному моменту. Сейчас мы будем вливать. Наша компания и наша техника мороза не боится, потому что для нас клиенты в приоритете. И мы хотим, чтобы самое главное, к Новому году они почувствовали, что к ним приехала техника с любовью от компании «Булаточка». Оставайтесь на нашем канале и давайте дождемся запуска. Сейчас мы спустили. Давайте проверим масло, чтобы мы с уверенностью понимали, что техника уезжает с маслами. Вот масло есть. Вливаем дизтопливо. Ну и ваши ставки, господа. Как запустится мотоблок мотор Сич. 26 декабря. Минус 6 на улице. Проверив масло в двигателе. Влив дизтопливо. Сейчас мы будем делать запуск. И как вы думаете, если мы берем на себя вот такие, скажем так, возможность показать, насколько качественная техника, как вы думаете, уверены ли вы в этом? Смотрите сами. Конечно, бывает все, ну для этого есть мы. Мы – это компания «Булаточка». Это люди, которые знают, что делают. Вот мы произвели первый запуск мотоблока мотор Сич 9DE, который уезжает в Днепропетровскую область по услуге доверия. Сейчас он немножко прогреется. Мы проверим его, как он, как включается коробка, как он работает. Готов, Саша? Саша говорит, да, ему немножко еще чуть-чуть прогреться. Видите как? Я, честно говоря, после увиденного тоже себе захотел бы такой мотоблок. Это действительно мотоблок с большой буквы. Вот мы двигаемся назад. Давай, Саша, опять развернись. Вот мы показываем. Что... Не получ... Давай, разворачивай. Давай, вперед. Включи первую пониженную. На месте, не надо ехать, просто на месте развернись. О! Не обязательно ехать, просто покажи, как работает. Давай назад. Подножку, сейчас уберу подножку. Браво! Ох, какие мы живые и настоящие. Возникают различные вопросы. Но для этого есть мы. Мы все стараемся показать и рассказать. Это мотор Сич 9DE. Мотоблок, который самый мощный среди линейки мотоблоков мотор Сич. И, скажем, наверное, сочетание этого двигателя сейчас очень востребовано среди покупателей. Также очень неплохо себя ведет и шестерка, но с фрезой все-таки ее маловато. То есть тот, кто будет работать больше с фрезой, лучше, конечно, девятка. 13E еще советуем рассмотреть. Тоже очень достойный мотоблок. Но это для тех, кто непосредственно не любит дизель, а любит бензин. Все, Саш.
Достаточно. Давай я ножку поставлю, подожди. И вот сегодня 26 декабря. Мотоблок Мотор Сич прошел свою проверку. То есть он завелся при температуре на улице минус 6 градусов. Мы влили, запустили. Ну и больше, наверное, и сказать-то нечего. Видите, как вот снежный, вот такой кадр хороший, да? Мотоблок Мотор Сич и снег. А это говорит о том, что данную серию мотоблоков можно использовать круглый год. Напоминаю, вы находитесь на канале Булаточка. Подписывайтесь, рекомендуйте. А нашего уважаемого заказчика и подписчика поздравляем с хорошим приобретением. Поздравляем с наступающим годом и Рождеством Христовым всех наших заказчиков и подписчиков. И напоминаем, если вам нравится наш канал, подписывайтесь. Ну, а в свою очередь, хотим в следующем видео, или, в принципе, если у вас вы получите к Новому году, напишите, пожалуйста, к этому видео комментарий. Успели, молодцы или не молодцы. Спасибо за внимание. А мы дальше запаковываем вот технику опять в упаковку. Ну, уже она дальше едет с уверенностью в том, что она подготовлена. Спасибо за внимание. До скорых встреч.